Врачи Видновской районной клинической больницы продолжают бороться за жизнь и здоровье пациентов со всего Подмосковья. На прошлой неделе в стационар инфекционного корпуса для коронавирусных пациентов поступил 321 человек, из них 69 – жители Ленинского городского округа. Сейчас в стационаре проходит лечение 506 пациентов. Среди них 73-летняя Прасковья Тимофеевна Попова, которую врачи буквально поставили на ноги. Болезнь началась со слабости и общего недомогания, которым она сначала не придала особого значения. Потом температура поднялась 38 и стало мне совсем плохо. Вот. Меня доставили сюда на прокат, на КТ. И КТ показал большой процент. Прасковья Тимофеевна поступила в стационар ВРКБ 1 декабря в очень тяжелом состоянии. Поражение легких около 80%. Осложнилось заболевание двусторонним гидротораксом и отеками нижних конечностей на фоне сердечной недостаточности. Сразу после госпитализации Прасковью Тимофеевну положили под кислород в позицию на животе. Пациентка более 3 недель находилась на кислородной поддержке. Не могла самостоятельно передвигаться, сидеть. На данный момент состояние с положительной динамикой. Пациентка настроена позитивно и идет на поправку. Ходить ей все еще тяжело, но Прасковья Тимофеевна делает специальные упражнения, выполняет все рекомендации врачей и старается не унывать. Благо, весь медперсонал и соседки по палате поддерживают. А сейчас вот я немножко поднимаюсь, немножко хожу, кушаю хорошо. И вот это все благодаря врачам. Анне Юрьевне огромное-огромное спасибо, Анне Владимировне и всему медперсоналу. Ну а медики по-прежнему просят соблюдать все меры предосторожности в условиях пандемии. Это лучшая помощь тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Екатерина Борисова, Елена Кошлева, Видное ТВ.